Очередное массовое заболевание, но причина не коронавирус. В одном из детских садов Ангарска отравились дети. По неподтвержденной пока информации пострадали 14 дошкольников. Этим уже заинтересовался Следственный комитет. Удалось установить, что 6 воспитанников накануне все-таки обратились в больницы. И анализ показали, что причиной их плохого самочувствия – норовирусная инфекция. Следователи вместе со специалистами Роспотребнадзора уже побывали в детском саду. Чем закончится история, будет известно после тщательной проверки.